Продолжаем наши советы для скрипачей. И, сегодня я хотел поговорить на тему выбора смычка. Вот, сперва надо понять, из чего сделан вообще смычок. Но вот смычок делается из хорошей смычки, я имею в виду, из дерева, так называемый фернамбук. Это дерево, которое растет только в Бразилии, больше, может, где-то он есть, но я не знаю. Вот ценится именно бразильский фернамбук. Волос делается из конского хвоста, значит, белого цвета. Вот эта часть, колодка называется, она делается, видите, из, значит, черного дерева. И здесь вставки с перламутром. Вот, кстати, перламутр хороший в Новой Зеландии. Так, черное дерево это в Африке. Так, вот. Это тоже касается выбора нормального смычка. Надо еще смотреть на трость, ровная ли она, вот, в проекции. Насколько она, значит, правильно имеет уклон, изгиб. Но это трудно объяснить вам в таком коротком видео. Это... В основном делается уже опытным человеком на ощупь. И имейте в виду, что смычок подбирается под скрипку. То есть есть скрипка, для которой смычок будет, может быть легкого веса. Для какой-то скрипки он может быть тяжелый. Нормальный вес смычка это примерно 58 до 64, иногда чуть больше, 65 граммов. Это вот нормальный вес смычка, это он взвешивается на специальных весах. Вот, с натянутым, значит, с волосом. Вот, что еще хочу сказать. Ну, по поводу хорошего смычка, потому что сейчас появились очень много ширпотреба, сделано где угодно, в Китае, очень плохого качества. Также стали покупать смычки, сделанные из пластика, карбона. Вот, они, на мой взгляд, непригодны. То, что я видел, во всяком случае, то, что продается, они, на мой взгляд, непригодны по сравнению с настоящим деревом. Так что дерево фернамбук еще никто не может заменить. Подписывайтесь на мой канал, у кого есть возможность помогать на развитие канала. Также я даю уроки практически онлайн по скрипке. Кто заинтересован, пишите в личку. Будем сотрудничать.